Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тагир Скифи, у нас сегодня Wolfenstein 3D, который самый первый. Так что давайте с вас лайк и погнали. Ну и подписка, конечно же, хотелось бы, чтобы было оформлено. Так, сейчас надо еще вспомнить, как тут это все делать. По Гитлеру подстреляли немножко. Так, это мы... И попробуем активировать, да? Так, что у нас тут? Тут у нас пусто. Ну, не активировать, а как использовать, что ли? Колесиком. Так, кто-то там бегает. Или мне показалось? Сначала показалось, что показалось, а потом оказалось, что не показалось, и у меня 2 здоровья осталось. Вот это я понимаю. Поиграл. Так, покушать тут есть что? О, тут есть что покушать. Это очень-очень хорошо. А то как бы сохраняться не покушавши, совсем резону нет. Поэтому мы сейчас давайте сохранимся в следующее. Так, сохранить игру. Там у нас есть 17, давай будет 18. Так, 8. Ага, это маленькая клавиатура, не. Так, в этом месте уже есть сохраненная игра. Перезаписать, да. А как же я перезаписать? Перезаписать? А, там есть надо писать. Yes. Так, выбор. Так, назад. Двигать. Выбор. Alt, раскладка. Я что-то не понял, как это самое число менять. Ну ладно. Возвращаемся. Так, для стрельбы слева нажмите, для работы из то нажмите Yes. Что происходит? Это тут надо назад в игру. Не выход, а... Не выход надо юзать, а возврат. Юзать или юзать. Так, а тут у нас что? Это еще одна версия. Это вот сюда, да? Да. Так, куда мы идем? Давайте слева начинать. С этими... Так, кто-то стрелял или дверь закрылась? Дверь закрылась. С этими коридорами постоянными. А, кто-то есть. Не стреляй в меня. Для... Вместо того, чтобы нажать выстрел, нажал активацию. Вот такое бывает. Не-не-не, мы сейчас загрузимся. Сначала уровень не будем начинать. Так, загрузить. Двоечку. Хорош. Какую двоечку? А, я не перезаписал. Между прочим. Ну тогда единицу. Раз не перезаписался. Как говорится, сам виноват. Так, это боеприпасы мы подняли. Тут боеприпасы подняли. А тут сейчас к нам придут чуваки. Их... Хорош. И мы их хорош. Так, а вот теперь сохраниться, да? Сейчас сохранимся, а вот тут где собачки. Вот так. Как нам тут сохраниться? Так, сохранить игру. Сохранить. Перезаписать? Yes. Вот это сейчас что-то... Ага, вот так надо перезаписывать. 18. 1.8. Не обращайте на меня внимания, я просто это вспоминаю, как тут все делается. Это ж чуть ли не первый 3D шутер в истории человечества, насколько я помню. После него был Doom. Так, теперь нам сюда. Тут нас будут убивать, причем справа. Нет, не только справа, а еще откуда-то. Ну, я думаю, что еще и неплохо сыграл. Так, это у нас что? Это у нас закрытая дверь. Туда нам надо будет выходить. Для этого нам надо найти ключ. Тут просто
не очень быстро поворот делается. То есть не очень быстро можно посмотреть влево-вправо. Соответственно. Опа, скрытое помещение. А в нем аптечка. Прекрасно. Странно, ну ладно. Куда бежишь, дружище? Не за мной ли ты бежал? О, что аптечка так мало хп добавила? Заставляешь меня пересохраниться. Игра, ты заставляешь меня пересохраняться. Так, yes. 19. Еще маленькая клавиатура не работает. Нет, 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 нет. Назад в игру. Так, отсюда я пришел, да? Или нет? Я туда пришел. Ладно, по левой стороне пока идем. Сюда иди. Ты смотри, какой неубиваемый. Ого. Это было жестко. Где там загрузить? Загрузить девятнашка. Это было реально жестко. Так, где второй? Выходи давай. Хорош. Есть у вас там третий? Дун-дун-дун. Сокровище, да? А ключа нету? Дын-дын-дын. Сокровище, это, конечно, все хорошо. А как насчет ключа? Ничего пока не активируется, не двигается. Так, может, оно и не должно, конечно. Эту комнату проверили. Значит, идем теперь сюда. Прижимаясь к левой стороне. Так. Та-да-да-дам. Что у нас тут? Еще одна комната. Что, пусто? Просто комната с едой. Это нам нравится. Это нас такая комната устраивает. Соответственно, что нам надо? Нам надо сохраняться. Чтобы не пришлось потом это все перепроходить. Так, сохранить. Yes. Двадцаточка. Тыц-тыц. Сохранились. Назад в игру. Так, это крыло мы разведали, насколько понял. От сих до сих. Значит, тут можно выходить. Ага, от сих до не до сих. А нет, все сих до сих. Просто что новый чувак появился. Откуда он, кстати, взялся, не сильно понятно. Значит, ключ должен быть в этом крыле. Следуя их логике. А логика у них незыблемая. Так, хорошо. Ага, я понял, что там кто-то есть. Подходи поближе. Или боишься? Что-то совсем криво стрелял. Что, еще там кто-то стреляет? Ого, сколько вас там. Квадратных чучелов. Так, вот это я так понял. Ух ты ж. Я вообще-то не открывал эту дверь. Кто ее открыл? Это был не я. Я вот сюда шел. За ключом. Блин, тут по диагонали не ходит, чувак.
Короче, удобство управления еще то. Так. Левая сторона наша все. Я, кстати, думаю, что время сохранится. Самое время. Так, давай сюда. Тыс. Ес. Тридцаточка. 3-0. Сохранились, загрузились. Тун-туру-тун. Тун-туру-тун. Так, в ту дверь потом зайду. Вон тут сколько дверей. Столько дверей, столько и комнат. Так, я же к левой стороне жался, да? Это мне, значит, вот сюда надо идти. Тут что-то я теряю пространство. Тун-туру-тун. Так, это получилась одна комната, да? Да, так и есть. Так, где же наш ключ будет? Тут или там? Делаем ставки. А у них тут обедня, между прочим. Майнфюрер. Наверное, он так что-то сказал. Опа. Как оружие менять? Мне кажется, патроны закончились. Не, мне теперь 12. 12 подарили. Так, эти свастики не работающие. Извините. Я же сказал, извините. Так, туда дверь, сюда дверь. Как вот не запутаться? С одного выстрела снес. Негодяй. Вот поэтому я люблю почаще сохраняться. Кто-то может меня за это критиковать. Что тут еще надо вспомнить, где я сохранился. Так, давайте все-таки зайдем в эту комнату. То мне кажется, что... Что мне ничего мне не кажется. Какая-то она странная. Потому что дверцы сами открываются. Вот это что за две двери? Это случайно не сюда две двери оттуда? Нет, это... Ты чё меня так пугаешь? Майна файна. Нам надо ключ найти. Так-то если что. Так, все сокровища забрал. Похоже, что все. Теперь еще выйти отсюда, не потерявшись по дороге. Так вот. Ах ты ж негодная, я хотел сохраниться, а ты взял меня подстрелил зачем-то. Че, с одного выстрела? Такое бывает? Тру-тру-ту, тру-тру-ту. Что-то мне эта дверь не понравилась. О, тут можно подзарядиться. Это чтоб с ножом не бегать. Ну что, давайте сохранимся. Или попробуем. Так, сохранить. Yes. Тыц-дыц. 31. Сохранился. Вернулся в игру. На самом деле не все так сложно. А я не помню, был еще. Не все, наверное. Хорош. Хорошо их всех расстрелял. Сюда пойдем.
вот этот меня негодный подлец застрелил с одного выстрела. Вот откуда он тут взялся? Отсюда вот что ли? Услышал, что там Двиша прибежал. Кстати, может быть. На самом-то деле я таких вариантов исключать не могу. Так, давайте, мне уже пора этот ключ хватать и уваливать отсюда. Далековато, дружочек, ты живешь. Какие комнатушки тут, а, у них не маленькие. Я бы даже сказал, большие. Фух. Чтоб не укачало. Стоит тут охранник. Охраняет мяско. От кого-то. Так, тут закрыто, да? Ничего не двигается. Вот этот портрет не двигается. Портрет не двигается, значит, надо сюда зайти вовнутрь. Ой! Я понимаю, шутер. Я же думал, ты все. С пистолета 20 хп сносит. Нехороший такой человек. Тун-тун-тун. Она еще как-то так все долго и смешно лутается, что я даже не знаю, как это описать. Это сейчас дверь куда выходит? Где-то туда. Оп. Оп. Где-то там я уже ходил. Получается. Сохранился. Yes. Тын-тын. 3-2. Назад в игру. Так, значит, сюда. Еще ни один портрет не юзается. Комната с ключом, ты где? Ой, собака. Собака. Столько собак. Вы чё? Чё творите? А вот и ключ. Теперь бы еще не забыть или просто вспомнить, что открывает этот ключ. Да я так шучу, не переживайте. Так, я повернул сюда уже, значит, нам сюда, да? А, ну тут, в принципе, вот выход, а вот дверь с той стороны, где мы им обедню испортили. Так. Идем сюда. Тут я был, не был, кто знает. Ну, возьми покушать, дружище. Как нам отсюда? Ага, тут мы были, там мы были. Значит, вот выход наш. Ну, как выход? Тут у них обедня была очень. Очень немаленькая. Так, и тут мы были. Все, можно возвращаться к двери. Если я не ошибаюсь, мне сюда. Идем в прямо противоположную на помещение. И там где-то в правую сторону. Вот она. Это сейчас кто откуда вас стрелял, я не понял. Ах ты негодяй такой. Я уже расслабился, если честно. Очень даже расслабился. Так, на выход. Еще ниже. Ты-динь. Так, этаж 6 пройден. Бонус 1000. Ой, 10 тысяч. Время 12. Рекорд 0.3. За 3 минуты. Ну это ж надо все знать. Убийство 100%, секреты 25, сокровища 97, ну еще и не все нашел. Как обычно.
Так, сохраняемся под единицей, чтобы я потом не путался, откуда загружаться. Так, yes, удаляем, единица, окей, все. Ладно, всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, ставьте комментарии, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока-пока.